Сыктывкарский фанерный завод. Один из ведущих российских производителей большеформатной фанеры и ламинированной древесно-стружечной плиты. Более 1500 высококвалифицированных сотрудников, современное деревообрабатывающее оборудование, высокое качество продукции и свыше 60 стран в числе клиентов – все это результат многолетней работы предприятия. За 40 лет со дня основания Сыктывкарский фанерный завод вышел на уровень производства продукции мировых стандартов. Сегодня предприятие считается флагманом строительной и мебельной отраслей страны. Ежегодно здесь производится свыше 220 тысяч кубометров фанеры и 300 тысяч кубометров ламинированной ДСП. А некоторые из видов структур, поверхности и декоров ЛДСП, производимыми на Сыктывкарском фанерном заводе, являются уникальными в России. Высокое качество продукции обеспечивает и широкий спектр ее применения. Так, фанера «Сайплай» производства Сыктывкарского фанерного завода активно используется в строительстве, в опалубочных системах, при изготовлении игровых детских площадок и даже в производстве сувениров. ЛДСП под торговой маркой «Ла Марти» используют в производстве мебели для дома, офиса, гостиниц, детских садов. Ведь ЛДСП Сыктывкарского фанерного завода с пониженным классом эмиссии формальдегида Е05. Безопасно для здоровья. Сыктывкарский фанерный завод. Это надежность, качество и профессионализм. Сделано в Коми.